Приветствую вас. На мой взгляд, самым действенным способом избавиться от обид – это повысить уровень своего самосознания, осознать, понять причину поведения такого человека, понять его мотивы, понять, что толкнуло человека на то, чтобы причинить вам обиду и боль. И понять, почему вас это так сильно задевало. Ведь на самом деле, если человек, ну скажем, вот у вас это, например, семейные отношения, ну, если муж или партнер причиняет боль, то в таком случае получается, что он недостаточно сильно вас любит. А недостаточная любовь означает, что чувства к человеку у вас односторонние, и с ним отношения невозможны. Но если вы терпите подобные моменты, значит, у вас есть, кроме чисто личных отношений, есть еще какие-то потребности, которые вы реализуете через этого человека, и который у вас не получается реализовать, вследствие чего вы и испытываете боль. Так вот, понимание этих моментов, значит, отделение потребностного поведения, то есть поведения, направленного на реализацию своих желаний через человека, а также в достаточной мере выражение своих эмоций по поводу этих переживаний поможет вам избавиться от них. Во-первых, вы поймете некоторые ошибки в моем поведении и начнете удовлетворять свои потребности уже другим путем, тем самым устранив частично причину ваших обид. Поняв человека, вам будет яснее, почему он так сделал, и вы не будете на него обижаться, потому что будете понимать, а знание, оно всегда превалирует над эмоциями. То есть эмоции уходят тогда, когда есть знание. Ну а выражение ваших переживаний поможет вам, по сути дел, выразить весь свой негатив, выпустить его и тем самым освободиться. Тут уже чисто эмоциональный уровень идет. Вот примерно в таком направлении вам нужно двигаться. Для этого необходимо выбрать психолога и начать с ним работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.